Ну, здорово. А вот и игра под названием Priest Simulator Heavy Duty. Это песочница со священником-вампиром в главной роли. Уничтожьте шатанистов и превратите дьявольскую деревню в оазис христианства. Это Steam описание. Итак, мы приехали в городок. И нам что нужно сделать? Правильно, надо сделать прихожан послушными овечками. Для начала убираемся в церкви. Но после чего разбиваем все, что можем в той же церкви. И трясем пожертвования с наших прихожан или кто они там, я так, честно говоря, не понял. Ну, если кто не дает, то можно и убить. Да, можно здесь убить кого угодно, хоть доброго, хоть злого. Это, в принципе, довольно-таки неплохо. Ну, тут есть, кстати говоря, свобода верующие. Но мы, вообще-то в плане, мы боевой священник, который должен заставить всех поверить в Христа Спасителя. Ну, или всех убить. Можно, правда, не убивать еще раз. Свобода верующих, они есть здесь. Они попытаются вас убить, но у вас есть кулаки, пушка, прикрепленная к руке, священный молоток и телекинез. Довольно забавно. По игре что могу сказать? Боевка примитивная, но неплохая. Графика нормальная, но погружение, если честно, в атмосферу и игры, и самого мира вообще никакого я не почувствовал. Идея, конечно, довольно интересная, но лица могли бы что-нибудь поинтереснее придумать, а то рожа кирпичом, что у девушек, что у парней, как-то жутко смотрится. Плюс в дома нельзя заходить. А как же прихожан к вере приучать. Хотя, может, и приручать. Игра, в принципе, довольно любопытная. Советую попробовать поиграть. Может и понравится. Такого сеттинга, в принципе, я еще не видел. Ну, на этом, в принципе, я закончу. Здесь особенно так показывать нечего. Это игра в демо-версию. Но вот наши свободоверующие прихожане. И нам надо заставить всех остальных молиться. Всем удачи и пока!